Леди и джентльмены, дамы и господа, доны и доньи, судари и сударыни, сеньоры, я польщен нашей очередной встречей. Сегодня будет еще одно стихотворение из серии о женской природе. Гумилев Николай Степанович. Ты не могла или не хотела мою почувствовать истому? Свое дурманящее тело и сердце бережешь другому. Зато когда перед бедою я обессилю, стиснув зубы, ты не придешь смочить водою мои запекшиеся губы. В часы последнего усилия, когда и ангелы заплещут, твои сияющие крылья передо мной не затрепещут, и во встречу радостной победе мое ликующее знамя ты не поднимешь в реве меди своими нежными руками. И ты меня забудешь скоро, и я не стану думать, вольный, о милой девочке, с которой мне было нестерпимо больно. Всем спасибо!